Казахстан наращивает объемы производства автомобилей. Только за прошлый год в стране было выпущено более 77,5 тысяч машин, что в полтора раза больше показателей 2019-го. Специалисты уточняют, что активно выпускают в стране не только легковые авто, но и автобусы и спецтехнику. К слову, вместе с ростом объема производства отечественного автопрома увеличивается и его экспортный потенциал. Машины Made in Казахстан пользуются большим спросом в странах ближнего зарубежья. В 2020 году было экспортировано более 8 тысяч автомобилей в страны СНГ, Россия, Узбекистан, Кыргызская республика, Белоруссия. Здесь, опять же, правильная политика между государствами, правильная политика, наверное, Министерства иностранных дел, самих заводов, да, что они сотрудничают с другими производителями, другими дилерами, дистрибьюторами в других странах. По мнению специалистов, поставки казахстанских авто за рубеж будут ежегодно расти. Тому причиной станут несколько факторов. Прежде всего, господдержка отрасли и увеличение производства авто. До конца этого года в республике планируют выпустить около 100 тысяч автомобилей. Вместе с тем, Казахстан намерен продолжать осваивать новые рынки сбыта. 2020 год показал очень хорошие результаты в отрасли автомобилестроения. В целом за 2020 год было реализовано официальными дилерами 93 тысяч автомобилей. Если вот было продано 3 автомобиля новых, из них 2 – это отечественное производство. А немаловажная роль имеет в 2020 году события по запуску новых производств. Это первое в городе Костанай, далее в городе Алматы, далее у нас идет производство автобусов, новый завод в Карагандинской области. И также у нас есть событие вот в городе Сарань, где был запущен новый проект по производству шин. Открывать новые автозаводы, расширять линейку продукции помогут и зарубежные капиталовложения, подчеркивают эксперты. Сегодня в автопром республики их активно вливают соседние государства, а также страны Азии, в числе которых Китай и Южная Корея.